Всем привет, меня зовут Тоха, я хочу провести маленький эксперимент в этом ролике и узнать, можно ли похудеть за месяц в домашних условиях без тренажерного зала и без всяких диет. При этом, конечно же, не употреблять алкоголь, не есть жирную пищу. Ну, в принципе, это все. И посмотреть, какой же будет результат в итоге. Сейчас мы взвесимся, посмотрим мой вес и потом сравним в конце месяца, будут ли какие-то изменения или не будут. Итак, проведем взвешивание. Я в шортах и в носках, в принципе, без майки. Вот так я выгляжу сейчас, расслабленный. Вот так, если подтянуться. Смотрим вес. Итак, 99,6 килограмм. Итак, ребят, сегодня у нас 13 января, значит, смотрим. Оканчиваем 13 февраля. Самое главное, что я буду делать из упражнений, это отжимания, приседания, прыжки, возможно, качание бицепса 10-килограммовой гантелей, в принципе, обычная гимнастика, зарядка, ничего необычного нет. И самое главное в этом, я не буду употреблять никакого алкоголя и не есть жирную пищу. Кому нравится такой формат, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, оставляйте обязательно комментарии, негативные, позитивные. Всем буду рад. Отчет буду заливать каждую неделю по итогам 7 дней и в конце уже 4 недель, то есть месяца, как говорится, весь пройденный путь залью от самого начала до самого конца. Ну что, погнали!